когда мы вошли в дом, они знали, прочитали, что там было вывешено на украинском и на немецком языке, кто выдаст убежавшего еврея, получит килограмм соли. Они взяли нас в шкаф, засунули. В это время полицейский пришел, но он, к нашему счастью, не стал искать, а просто спросил, есть ли у вас тут, вы прибежали ли евреи. Они не выдали нас, полицейский ушел. После этого они нам дали покушать, дали даже одежду и направление в лес, где мы можем найти еще других, которые убежали.